Champion Germania. Du liebst alles rein, bist du alles rein. Die Hölle ist der Samoradier und Todo. Die Hölle ist der Встречается раб Божий Евгений, рабой Божий Людмила, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Встречается раб Божий Евгений, раб Божий Людмила, во имя Отца, Сына. Встречается раб Божий Евгений, раб Божий Людмила, во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Венчается раба Божия Людмила с рабом Божиим Евгением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Людмила с рабом Божиим Евгением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Венчается раба Божия Людмила с рабом Божиим Евгением во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже наш, славою и честью венчай их во имя Отца, и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчай их во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже наш, славою и честью венчай их во имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Великое дело и милосердие.
Тебе, Христе Боже мой. Только что сегодня прислали устав деревни. Как жителям деревни будущим. Чтобы мы ознакомились и не нарушали устав деревни. Дали устав лагеря, чтобы ваши дети не нарушали. Печать и все это сегодня. А баня. Так, только что получил известие от своих друзей. Некоторые мне говорят, вот, ну я богатый человек, вам известно. Даже по одному суду, сегодня, если я высадил, 2 миллиарда было бы у меня. Но пока нет ничего, считают, что я бедный, а я в проекте очень богатый. Вот я где был в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, у меня везде остались друзья. Я что-то привозил, вы знаете, раздавал, ни одного цента, ни одной копейки, ни одной нитки мне просто не перепало. И вот сегодня я получаю снова от них радостную весточку, ни раньше, ни позже. И я решил так, с батюшкой посоветовались и решили, ну, по такому назначению дать. Значит, первое. От отца Виктора Потапова. Молчание предается Бог. $100. Так, по сегодняшним деньгам это не 100 рублей уже, значит. Маленько, да только на доброе дело. Ни на какие безделушки, ни на чего. На дело об заведении семьи,
Ну, надела благовестие, там сами посмотрите, потому что мы на детском середине. Адрес его известен, мы напишем. Так, из двух мест из Австралии, понемножку все прислали. Я желаю, чтобы фильм был копия снята, и мы передали там поклон. Очень много трудится у них Галина Шереметьева. Она просила эти фильмы «Затаусы с потеряевки» и другие, чтобы показать по разным городам Австралии и расшевелить людей, что не сникерсами, не шампанским сюда помогать надо, а возрождать русскую землю. Хотя отец Лев Лебедев говорит, мы должны согласиться, что с Россией покончено и навсегда. Россия погибла. Но отдельно искорки будут вспыхивать, и как мы понимаем, именно вот такие. Где люди будут возрождаться. И Галина Шереметьева, ей 70 уже с лишним лет. Я по письму нашел ее исключительно обязательным человеком. Как она пишет, как заботится о русских людях присылает. И сегодня от нее и от одного, так кажется, Сергия Перекрестов. Это не в Америке, а в Австралии, которого нас еще не знают. Мы посмотрели фильм «Глаз вопиющего» и тоже прислали. 50 и 20 плюс к этому. Это не по-моему. У меня получилось, один у меня брал взаймы, а назад вернулась банка, и оказали, что доллар, а их подарил тоже на свадьбу, принесли, говорят, они фальшивые. То есть давал настоящий, он ими воспользовался, а назад дал, уже фальшивые вернулись ко мне. Это все настоящее. Но это пока от людей. Лично от меня. Вы для меня не безразличны. Ты знаешь, Женя, где твой путь начался. Ты не знаешь, какая у тебя семья, кто противники были. Что ты услышал о православии? Что мы узнали о свободной церкви, о той истине, которую Господь чудом сохранил за рубежом? Мы должны открывшейся истине быть верны до смерти. Мы знаем, как говорит Лаврентий Черниговский, что в венчании Антихриста будет принимать участие тот, кто будет носить священный сан. Церковь постепенно деградирует до такого состояния, что Христос говорит, придя на землю, найдет ли веру на земле. Речь идет не о верах, не о заблуждениях, не о сектах, а об истине. Мы скажем, он найдет ее. Ибо причастие будет до второго пришествия, священники до второго пришествия. Нужны будут священные кадры, неповрежденные, настоящие. Мое желание, чтобы в дальнейшем вы были среди тех, в ком так нуждается Церковь Христова. Чтобы ты был батюшка и матушка Людмила. У вас огромное духовное сокровище. Редко какой человек, какая семья может похвалиться тем, что у вас есть. Ты это хорошо знаешь. Мы обладаем этим сокровищем. Давайте сделаем его достоянием и для других. А касательно семьи, все сказанное было в храме. Апостол Павел сказал, не подчиняйся жене, и в этом твоя будет победа. Как подчинился, семья погибла. Доколе будешь сопротивляться, по крайней мере один спасется. Тебе задача быть под его крылом. То есть здесь пусть нам язычники послужат укором. Японская женщина, девушка считает для себя высочайшую цель выйти замуж. И вторая цель поднимать авторитет мужа. Независимо от того, каким он будет. Независимо. Это самое главное. Из 800 миллионов мусульман ни одна мусульманка не ведет себя так, как ведут сегодня себя русские и христиане. Они знают по шариату, какое место надо занять. Мы христианские законы забыли. Слово, Евгения, для тебя абсолютный закон. Родители для тебя остались как бы только в памяти. День и ночь о них заботы, но слово его решающее. Все эти капризы, обиды, что свойственно некоторым спрятаться за сосну, не по мне сказали, отбежать в сторону, чтобы этого не было. Абсолютный компьютерный центр в нем. Вот сейчас, который стоит перед тобой, другого не будет. Ну а тебе, как Христос говорит, если представится возможность и необходимость, пожертвуйте самой жизни. Как Христос возлюбил церковь. Наставления все вы получили из Священного Писания, тут даже повторяться не надо. Слово «любовь» имеет три значения. Одно значение – то, что полюбили плоски друг друга, эротика, эрос. Далее – любить как самого себя, и третье – отдать жизнь. Знаете, филия, агапис. Это греческий язык передает три значения. Нужно все время в любви подниматься к высшему. Сегодня соединяет молодоженов пока низшие. К высшему нужно расти. И с годами вы поймете, что сегодня совершилось. Если у тебя есть духовное дарование, ты только можешь сказать, то многие опытные люди скажут, ты на этом засох.
И будет заслуга, если ты хотя бы на этом сохранишься. Дальше пойдет только вниз падение. Редчайшие, гениальные люди, только сумели себя после брака поднять выше. Быть среди них. То есть если ты не замужняешь, не замужняя была, заботилась о Господнем. Сегодня будешь заботиться, Павел говорит, только так угодить мужу. И скажи, это редко кому удается. А муж, если заботился о духовном, теперь, говорит, заботится о мирском, как угодить жене. А это вообще никогда не удавалось угодить ей. Что сегодня делаешь уступку, она считает давно завоеванным и сразу берет новые небеса. Значит, твердо стой на том, давай вместе угождать Господу, к этому побуждай. Если это зрение исчезнет, ничего великого не сделаете. Я часто напеваю стихотворение, которое написал Алексей Максимович Горьким. А вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Нужно так прожить, чтобы ангел в конце жизни, неся душу, радовался, проходя мытарство за мытарством. Содействовать друг другу в этом надо. Более всего, это обида, огромная буква О будет на зале висеть. Обида не христианское чувство, совместно с его. Подозрение, мнительность, она будет душить и душить жену. Первого дня начинай помогать и от этого освобождаться.